Всем огромные приветики. У меня продолжается адово расхламление, и в этот раз я решила прям серьезно зачистить все, потому что расхламлять, выкидывая, сложно, поскольку жалко денег, времени, эмоций, которые были потрачены на эти вещи. А поскольку я уже какое-то время расхламляюсь с Авито и Юлой, и это даже работает, я что-то, какие-то денежки за это получаю. Я понимаю, что поскольку у меня сейчас много свободного времени, мне есть возможность там и отфоткать, и упаковать, и как-то пообщаться с покупателями, с потенциальными. Конечно, если бы я работала full-time 5-2 в офисе, я бы этим не занималась и просто бы выкидывала эти вещи, то сейчас я их продаю, и вот сегодня я хочу с вами поделиться, что же я расхламила и от чего избавилась именно на Авито. Итак, первый лот — это книжка Стива Харви «Поступай как женщина, думай как мужчина». Классная книжка, мне она очень нравится, но я поняла, что, в принципе, я, в общем-то, пользуюсь и помню все советы, которые они там дают. У меня тут маленький, хотящий внимание песик меня отвлекает. Вот, и, ну, в случае чего, эту книжку я могу скачать себе в электронном формате и еще раз перечитать, бумажная версия мне не нужна. Я продала финишную пудру Nuxe Professional. Она была, ну, по всем, как бы, параметрам просрочена, но она была вскрыта и использована там один или два раза, я ее пользовалась как раз сразу после того, как прошла курсы. В общем, по всем критериям эта пудра была просрочена, причем пару лет как, о чем я указываю в объявлении, так что я ответственный продавец, понимаю. Но также я понимаю, что все сухие средства, у них практически бесконечный срок годности, и оно, поскольку конкретная пудра еще и финишная, то есть мы ее кладем уже на готовый мейк, то есть она с кожей даже не соприкасается, она нужна для того, чтобы закрепить макияж, чтобы ничего не поползло. В общем, я ее продала, приехала девчонка, забрала ее, очень довольная, очень все здорово получилось. Я продала спрей соляной для волос Oasis, чтобы создавать такой эффект мокрых волос. Тоже его себе когда-то купила, думала, буду пользоваться, но использовала один раз и не прониклась, и поэтому продала. Продала солнцезащитные очки. Я их покупала когда-то на AliExpress чисто для имиджа, но они мне не зашли, потому что все-таки у меня болят глаза в очках без защитного фильтра от солнца. Вот, ну, какая-то счастливая обладательница их купила и теперь пользуется. Дальше я продала платье Зарина. Оно потрясающего такого насыщенного винного цвета. Но проблема в том, что мне совершенно не подходила длина. То есть оно прям по колено, и это портит очень фигуру. И мне чуть коротковаты были рукава, то есть то место, где должна была быть пуговичка, защёлки, ну, как бы застежка на рукаве, оно у меня было вот здесь. Это было очень узко, неудобно, и, в общем, все эти факторы я решила его продать, хотя оно мне очень нравилось. На какую-нибудь девчонку ниже ростом, у которой это платье будет ниже колена, оно будет смотреться, конечно, очень круто. А цвет я вот... Оно у меня долго лежало, я думала, что же с ним сделать, может быть, как-то я смогу его носить, что-то придумая, потому что цвет мне очень нравился, и материал ткани, вот эта фактура, очень, очень крутое. То есть, несмотря на то, что это полиэстер или полиамид, я не помню точно, но в нем было не жарко, я вот несколько раз его надевала. Продала люстру паука. Мне очень нравятся такие люстры, и когда-то давно мне такую люстру подарили на день рождения, я ее даже здесь вот в этой комнате прикрутила, но проблема в том, что такие люстры подходят только для помещений с высоким потолком. В обычных квартирах она смотрится как реальный паук, огромный просто из какого-то фильма ужасов, застрявший на потолке,
Поэтому я ее сняла и купила более лаконичный вариант в Леруа Мерлен, просто скандинавский стиль, деревянная люстра с плафонами тканевыми, и меня все устраивает. Уехали, еще не забрал покупатель, они еще в процессе доставки, потому что едут часы Garmin Forerunner 245 без музыки, едут то ли в Курск, то ли в Киров, не помню точно. Вот, тоже их продали, хотели дороже, скидывали цену. Но, в общем, часы уехали, все здорово, потому что мы решили перебраться в Европу на 3 месяца пожить. И Ник понял, что он хочет себе новую модель, более старшую, тоже Forerunner, но уже там 745-ю, поэтому эту решил продать. Продала еще одни очки солнцезащитные женские. Тоже проблема в том, что без диоптрии, без, вернее, солнцезащитного фильтра у меня болят глаза и не могу в них ходить. Одну бомбочку для ванны, вторую использовала, когда ездила в Нижний Новгород. Специально взяла с собой бомбочку, потому что знала, что мы будем в отеле, где будет ванная. Ее там использовала, а вторую бомбочку продала. Сегодня тоже отправила, пока еще в доставке, шелковый платок. Девушка спросила, есть ли там ярлычок, что он действительно шелковый. Но, к сожалению, ярлычок я отпорола, потому что, когда завязываешь как-то где-то себе платок, этот ярлычок торчит, это выглядит ужасно. И, в общем, со всех шарфов, платков я ярлычки стараюсь срезать или как-то их выпарывать, если есть такая возможность. Так что жду, когда она его заберет. Будем надеяться, что он ей понравится, и все будет хорошо. Еще продала книжку Александра Рогова «Гид по стилю». Давно она у меня лежала, еще со времен, когда я училась в своей Европейской академии имиджа. И как-то не могла я от нее избавиться, как память о ее хранила. Но пролистав ее за последнюю неделю, поняла, что советы там несколько устарели. И визуальный ряд тоже уже не актуальный практически на 100%. Поэтому я решила ее продать. Продала, какая-то девушка даже мне написала классный отзыв. Продала свои старые беспроводные наушники. Они вышли из строя, один наушник там не работал. И я их продала очень задешево, за 100 рублей. Приехал какой-то дедушка, и забрал их. Вот, я ему показала, что они работают. Вот, сказала, что есть проблемы с одним наушником. У него почему-то к телефону, к Xiaomi, они не подключались. Я там пыталась ему каким-то образом помочь. Он говорит, ну ладно, 100 рублей не те деньги, чтобы переживать. Я заберу, попрошу сына мне помочь как-то разобраться, как-то их прикрутить. Ну, я надеюсь, что у него все заработало, потому что у меня тоже Android, и вроде как все работает. Продала я наконец-то рыбацкие вот эти стулья-табуреты, про которые рассказывала в предыдущем видео про расхламление и продажу на Авито. Очень не рада. Женщина забрала и купила оптом эти стулья, халат и еще что-то, не помню что. Продала очень быстро чехол для перевозки велосипеда. Он у меня лежал. Я думала, может быть, если не продастся, сделать из него такой типа гамак на заднее сиденье для собаки. Но его очень быстро купили, я была этому очень рада. И даже мне тоже классный отзыв написали по этому поводу. Эластичные ленты из прошлого видео тоже я выложила. И у меня сразу же в этот же день парень забрал две сразу. Он нашел мое объявление и забрал сразу две ленты. И тот самый халат, про который я рассказывала пару секундами раньше, который купила тетка вместе со стульями. В общем, этот халат, у него большая история. Это папин халат, который я у него отжала. И много лет я в нем ходила дома, потому что он огромный, в нем очень уютно, супер тепло. Последний раз его использовали как халат Деда Мороза на корпоративе на новогоднем, на каком-то мероприятии. И вот я уже поняла, что, ну, как бы надо от него избавляться. Я себе купила классный бархатный халат, который мне очень нравится.
Я от этого решила избавиться, и вот женщина его купила. Продала я, на удивление, банку с крышкой. Я думала, это никому не нужно. Погуглила, вернее, повитила, посмотрела, сколько стоят банки без крышки, продаются 50 рублей. Я за те же 50 рублей продала банку с крышкой, очень довольна. Как раз попросили принести ее к метро. Я пошла прогуляться с собакой и как раз вот отнесла ее к метро. Случился у меня один факап на Авито. Я хотела продать кофейную пару, отфоткала, вроде бы все нормально, все хорошо, отнесла в бокс, переупаковала, но случился возврат, и девушка говорит, там брак внутри заводской и скол. Я говорю, это не заводской брак, во-первых, а это ручная работа, поэтому там такие шершавки внутри. А по поводу скола, говорю, наверное, что-то случилось с Авито, с Авито доставкой, поэтому там случился какой-то скол. Она говорит, нет, упаковано все было хорошо, поэтому, наверное, может быть, вы не заметили. И действительно, когда я забрала обратно посылку, на ней был, на блюдце был скол, и я очень расстроилась, думаю, блин, что ж такое, а потом начала разглядывать фотки, и я уфоткала уже с этим сколом. Оказывается, я его не заметила. И вот если бы девушка не сказала, я бы не заметила. Поэтому эта кофейная пара просто отправилась в мусорку, но потому что продавать это уже стыдно, даже за совсем какие-то бюджетные деньги. Сегодня как раз пришли уже даже деньги и благодарственный отзыв за конфетницу, вазу для конфет, как это правильно называется, советских времен. Мне ее когда-то подарила бабуленька, но я поняла, что ну, как-то она не вписывается никак мне никуда, поэтому решила ее продать. И на Юле первая моя продажа, пока что первая, это сережки и кулон кошка детская. Я их продала тоже за недорого и очень этому довольна. Какая-то женщина пришла и взяла их для своей дочки. Вот. Так что я пока поделилась с вами всеми своими продажами. Надеюсь, что в ближайшую неделю у меня случится еще какое-то количество продаж, и можно будет записать еще одно видео, от чего я избавилась, от чего расхламилась. Потому что на самом деле очень много всего, от чего я готова наконец-то морально избавиться, либо продать там за символическую сумму, либо там действительно выкинуть. И вон даже Трамп там стоит в кадре, тоже согласен со мной. Так что на этом буду заканчивать свое видео. Всем хорошего вечера, хорошего расхламления. Пока-пока!